Ребятульки, всем привет! Я буду сейчас показывать вам обзор товара на наших полках. Много-много злых людей обозлились все на барахольщика. Все жаждут его скорейшего закрытия. Но я буду стараться изо всех сил до последнего ему помогать, так как он мне в трудную минуту никогда не бросал. Итак, начнем. Хорошая такая вещь электрическая для ножек ваших. Вот, наливаете воду, добавляете соли. И ноги туда тоже погрузили, включили. И работает одна сторона только. Вторая отказывается. 750 рублей, и будет все это добро вашим. Хотите вы этого или нет? Вот такая вот подставка для бумаги А4 формата. Состояние БУ хорошее. 50 рублей. Пакеты вслепую, которые много-много раз мы с барахольщиком вместе. Ладно, я не буду врать, я сам. Барахольщик меня заставлял, конечно, я сам фасовал пакеты на совесть. 20 предметов наименования внутри этого пакета. Себестоимость каждого предмета товара внутри этого пакета 7 рублей всего лишь. И есть товар внутри, который стоит гораздо дороже, чем 7 рублей. Вы в любом случае на одной тройке товара поднимете здесь 150 рублей. Остальной мусор вам достанется в подарок. Приобретайте. Банки для лечения. Если у вас совсем нет ничего в голове, приобретая советские банки, укладывая их на свою спину, вы автоматически начинаете понимать все, что в этой жизни и как нужно жить. По 65 рублей одна штучка. Всего лишь, дорогие друзья, наши подписчики, 1000 рублей всего лишь этот очаровательный новый плафон со стеклянной вот такой защитой от камней, от всех дебошир. Дальше. Штука такая, дрюка, которая для меня абсолютно неизвестна. 150 рублей. Ее цена всего лишь. Есть такой конец, подключается он к неизвестной мне штуке-дрюке. И если вы знаете, за 150 рублей это бесплатно. Такие вот для бухгалтерского учета книжечки хорошенькие, канцелярские. Вот там такие, вот такие. Много интересных книжонок вам можно будет приобрести. Опять же, хотите вы этого или нет. Такой вот интересная вещичка. Она нажимаете, как краскопультик, специальная для таких целей. Блеск называется, советского образца. Такая расчесочка хорошенькая. Зачесывать шевелюрку. Вазочка 100 рублей, новенькая хорошенькая вазочка. Вот такая вот интересная печечка. Она вам будет служить как микроволновка, но здесь вы можете разогревать, извините меня, разогревать пончики, булочки, хот-дог можете, все, что вы можете здесь сделать, вы делаете, включаете на больше, меньше, на 5 минут, на 10, 15, 20, на 20 здесь не написано, но я от себя добавил, после звук, как на микроволновке, вы бежите и все оттуда забираете и едите, короче. Чайник советский, хороший, новый, дебелый, как обычно. Смотрите. И внутри
и снаружи. Дальше. 750 чайничек. 750 рублей жаровня. Вот в таком неадекватном состоянии внешнего вида. Такое ощущение, что на ней просто ездили. Со стороны смотрится, как одна большая эмалированная чугунная ванна. Но это не так, это просто жаровня. 750 рублей ее цена, если вы хотите. Дальше, пожалуйста, бочонок 75 рублей, без крышки, но он весь побитый, вот тут, там. Но для сбора ягод оно вам просто сгодится, и будете радоваться этой жизни, но до последней капли крови. До последней капли вздоха. Ну ладно. Холодчик. Много для большой бурной семьи. 125 рублей эмалированная советская. Кастрюлька большая, 225 рублей. Вот такая вот специальная битая ручка на крышке. Открываю вам и показываю прям вот все изнутри, как происходит с самих низов. Оп, целое. Не думаю. Но внешне вроде как на особые сколы тут и грешить не стоит. Она в принципе хороша. Цена просто из-за того, что внутри пахнет вкусным салом. Солили, скорее всего, в ней хорошо так солили. Кастрюлька такая алюминиевая за 300 рублей с крышечкой. Да еще и со свистком. Если вы хотите, можете забрать. Такая вот интересная сковородка. 200 рублей. И кастрюлька 70 рублей для Чарлика можно использовать, чтобы он с нее чавкал. 35 вот такой друшлачок. Это не друшлачок, а половник. Сковородка с крышкой, с сапуном. Все есть. 750 рублей. Все забираете с новой резиночкой. Там специально барахольщик все вам подложил, чтобы она была уплотненная. Значит, это будет все хорошее и готовиться будет хорошо. 500 рублей хорошенькая такая вот кастрюлька литра на 3 с хорошей тяжелой крышкой. Вот такой вот он белый весь внутри. Если надо, вы можете, конечно, еще поторговаться на любой вид товара и внешне на любую цену, которая здесь вам видна. Не обязательно брать по цене 3,250, вы можете взять за 3, а может еще даже дешевле. Но все это может только сделать вам барахольщик. Как вы себя поведете? Плохо? Хорошо ли? Зависит только от вас самих. И да вообще, я всегда говорю, все зависит от нас самих. Вот, пожалуйста, лазерный, хороший принтер HP Laser P1505. К вашему вниманию. Кружечка специальная. Можно сюда сходить, закрыть и прикольнуться над кем-нибудь из своих. На стол поставить и ждать прихода. Видео будет очень интересным. Попробуйте. Это будет бомба. 300 рублей. Пожалуйста. Хотите? Чайник со свистком алюминиевый. Зарядное устройство интересное, но до такой степени, что его хотелось нам просто разбить на части и посмотреть, что внутри. Как его работа, принцип его работы нам до сих пор непонятен. Цена единственная понятна, это 3500 всего лишь. А если хотите, отдадим гораздо дешевле. Хотите? Я понимаю, что не хотите. 350 для меня просто это неинтересная вещь. А вот любители, которые делают всякие фотографии, пожалуйста, берите, если хотите. Вот так вот. Дальше идем. Здесь множество кастрюлечек и всяких тазиков. Вот хороший тазик. Гляньте,
Раз, два глубокенькие и большой, 200 рублей. Вот такая вот электрическая сковородка. Она не очень хорошего качества, но если вам это надо, вы можете приобрести ее за 250 рублей, плюс еще поторговаться. И глядите, какая она большая. Действительно, вот в действительности она на 30 сантиметров в диаметре большая, навскидку, там точно не скажу. Вот много интересных сковородок, они вот такие, раз, два, три, четыре сковородки. Ну да, и вот такая вот будет, эмалированная, с ручкой, 50 рублей, чуть-чуть битая. Для пельмешек советская 125 рублей. Вот такие вот мисочки по 125, одна штучка, новая, очень советская и интересная. Если хотите, вы можете также приобрести. Вы спросите, а что на полках нету даже как бы пыли, как бы намека на пыль? Ну, потому что у барахольщика открылась новая система чистоты в магазине по принципу «одел бахилы, по шее не получил». Вот так вот. Поэтому, если хотите не получить, одевайте бахилы. В магазине всегда чисто. И старается он не только для меня, Василя Магазинова, но и для барахольщика, для, собственно, себя любимого. А в общем, он все это делает только для того, чтобы вы всегда себя чувствовали здесь комфортно и носили на ногах бахилы. У него такой бзик. Хорошая кастрюлька, алюминиевая, 12-литровая. Хотите, пожалуйста, 600 рублей советского образца. Вот даже тут надпись 3,20 копейки, было раньше когда-то. Дальше. Что еще у нас может быть на обзоре? Все, что вам может понравиться. Это вот эта кастрюлька раз, 250 рублей. Она действительно такая хорошенькая, с ручкой специальной. Потом вот такие вот кастрюльки, точнее это сковородочки, 300 рублей раз. Обратите внимание, какая она интересная. Вот так, вот так, вот так вот. И вон там, вот видите, 200 рублей раз, ниже еще получше, 350 рублей. Выбирайте, подносите, оплачивайте и вон с магазина. 150 рублей, вот такая хорошенькая, аккуратненькая кастрюлька. Я не знаю, меня барахольщик заставил искать какого-то Володеньку, который должен был забрать этот монитор. А я не знаю, он из Лутугина, а где его там искать, я не знаю. Володенька, отзовись. Володенька, меня уже замучили тебя искать с собаками по всему городу. Забери монитор и не морочь барахольщику голову. Дальше, пожалуйста, хотите вот такую кастрюльку? Гляньте, 350 рублей, состояние практически идеальное к новому. И если вы хотите ее приобрести, вы можете, конечно же, первоначально еще поторговаться. И пакет вам барахольщик в придачу даст. И за бахилы сам заплатит, если хотите. Если не хотите, то как хотите. Вот такая вот скороварочка, хорошенькая. 1100 рублей, 4,5 литра, наверное. А может быть и 3, ну не суть. Главное, что это может быть тоже вашим. Ну вот, собственно, весь обзор, дорогие наши подписчики. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. Моему видео ставьте лайки. Вот. Что мне еще вам сказать такого? Этакого. До новых встреч. Всем пока.